Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Штурмак, мы снова проходим ЮАГ. Давно я не играл в эту игру. Уже все забыл, как в нее играется. О, свой, наконец-то я не буду один. Сейчас будем бегать с моим другом. Что? Не понял. Какого фига? Что произошло? Тревога в четвертом секторе. Свяжись с Тревором и Гансом. Сейчас. Тревор, Ганс, что у вас там? Война у нас. Ответьте. Да что там такое? Чувак, у них там война. Вот что у них там. Блин. Как у меня это теперь? Понятно. Ага, все. Да, вроде. 1479. Походу это от той двери, помните, в которой я зайти не могу. От которого нужен был пароль, а я его не знаю, вот он. Вот это. Сейчас мы сбегаем, посмотрим, может тут что-то... А чего? Фотон. Отлично. Что это за красная фигня была? Так, 1, 4, 7, 9. Затох, блин, капец. Да, капец. Я сидел. Рано или поздно я стану одним из них. В лучшем случае я прострелю себе башку. До сих пор не верится, что это происходит со мной. Послушай же, просто послушай меня. Просто делай, что хочешь и как хочешь, но ты должен выжить. Ты должен выбраться из этой обители смерти, пока не стал его постоянным посетителем. Не играй в героя, здесь некого спасать, чувак, все мертвы. На помощь тоже не рассчитывай. Пандорум обречен, и об этом давно знают из штаба. Сожгите это место к чертовой матери с лица земли. Взорвите его бомбой или чем-то помощнее. Не знаю, сделайте что-нибудь, делайте что хотите, но не дайте заразе выбраться. Хорошо. На свободу. Эта хрень и так погубила всех живых людей. И что там делаешь, здесь все вместе с заразой. Чего? Что? Боже! Убери его! Ой! Значит, нам наверх.
Так, тут есть что-нибудь? Так, тут ничего нет, понятно. Тоже ничего нет. А нет. Ну вот, о, опять свет погас. Да сколько же можно? Не дадут нормально поработать. Может, что-то перегорело? Провода или пробки? Ты хоть сам понял, что сказал? Какие к черту пробки? Это современный комплекс. Все системы жизнеобеспечения держатся на энергосистемах. Хорошо, тогда чего проблемы со светом? Скорее всего, перепад напряжения. Тут полно разной аппаратуры, которые жрут много энергии. Да, это точно. И все эту аппаратуру испортили зомби. Все круто. Так, мы прошли технические туннели. Часть пятая. Пипец. О, снайперка. Сейчас мы повоюем. Испытаем ее. Это оружие. Опа. Кослы. Надеюсь, там все. Нет. Здесь все. Больше нет никого. Ой. Пипец у них тут. Катакомбы непонятные. Блин. Даже страшно. Бегать по ним. Слегка. Темноты ни хрена не видно и плюс, блин. Ну, короче, вы меня поняли. Стрёмно. Еще плюс один, без всякого укрепления. И моего надо найти где-то, солдата непонятно где. Там кто-нибудь есть? О! Видите, там кто-то есть, но я его не смог убить. Сколько? Все, фу. Пипец. Перестрелял его. Стрёмно, блин. Пипец как. О, я куда-то пришел. Да
это был? А! Умри, сволочь! Так, я же отошел. Нет! Ты... Я его убил, фух. Пипец. Огненный гад. Не такой, как эти. Пипец. Надеюсь, тут больше никого не будет. Тут нифига нет, я сказал, что и тут только. Можешь далеко уехать. Скоро мы приедем, интересно. Нифига нет. Мы приехали. О, патрон. Это уже хорошо, я их взял. Да. Опа. Закрыт. Понятно. Пипец. Это все. То, что это был ужас. Столько патронов. Тут нет ничего. Да нет. Видели? Понятно. У меня кончились патроны. Замечательно. Тут свет есть, видели? Вы видали? Тут свет есть. Фиг.
А, он умер. Мне показалось то, что он, блин, на лестнице стоит. Закрыто. Двери, я так понимаю, они вообще не открываются. Не открываются никогда тут. Я вот так вам скажу. Бегаешь в темноте, ничего не видишь. Опа. Стопэ. Так, аптечка. Так, погоди, что у них? Не, давайте наверх. Сверху начнем. Так, тут закрыто, значит, давайте вниз. Я свалился. Ну что ж, уважаемые телезрители и подписчики моего канала, давайте продолжим в следующей серии. В следующей серии с вами был Штурмок. Всего хорошего, всем пока. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Всем пока.